папа, закрытая дверь. Сейчас темнеет не так, как раньше. Вы орете много теперь. Что там будет, скажите дальше. Слыша ругань опять за стеной. Как и вы по ночам тусовались. И в обнимку с младшей сестрой. Ухо клеили, переживались. Сколько солнца было в те дни. Вместе мебель вы переставляли. Планы строили, жгли огни. И над шутками хохотали. Мы не видимся по утрам. И уже не поедем на море. Вы не дарите больше нам. О любви с хэппи-эндом истории. Ах, папа, зачем ты коньяк выпивал? Вы с мамой ругались, а я убегал из дома. Одноклассник открытку с курорта на Бали прислал. А мой младший выползут, а старшая хочет аксолотля. Ах, папа, мама дура, одноклассник, мой младший выползут. Ты мой смелый и сильный дракон, я твоя озорная лошадка. Ты волшебник и самый крутой, ну а я невидимая шапка. Веселиться, скакать и играть, нам с тобой было так кайфово. Не хочу я тебя отпускать, не хочу, это мое последнее слово. Ты нам нужен, как снег зимой, как экватор впадает в лето. Для тебя шоколада слеплю башню и вызову дождь конфетный. Теперь знаю, что Дед Мороз не живет в ближайшей вселенной. Ты услышь меня и подбрось над землей рукой конкретной. Зачем ты коньяк выпивал? Вы с мамой ругались, а я убегал из дома. Одноклассник новую бэку салона пригнал. А мой младший выползут, а старшая хочет аксолотля. Ах, мама, где папа? Одноклассник, мой младший выползут. Скорее. Поехали кормить мужчину. Ты самый лучший дракон. А мы построили башню. Книжку я еще не прочитала. А когда мы увидимся?